Залив Астролябия, именно то место, куда вошел корвет «Витязь» в 1871 году. И российские моряки, русские моряки привезли Николая Николаевича Микух-Маклая в те земли, которые были никому не ведомы. Вот эта береговая линия идет, и в ту сторону можем увидеть деревню Бонгу. Именно там было второе место пребывания Николая Николаевича Микух-Маклая. Ну а на месте первой стоянки ученого на мысе Гарагаси в память о Николае Николаевиче Миклухе-Маклае установлен мемориал. Здесь у нас есть две доски. Одна новая, которая была установлена в 2014 году. И вторая, та, которая в 1970 году была установлена на бетонной плите.